ты сними меня, фотограф. Есть фотограф на документы и открытки, а есть фотограф, который пишет светотенью. Ведь фотография с греческого так и переводится «писать светом». Стать героем фотоработы лучшего портретиста Европы 2003 года, кавалера ордена «Рыцарь Нидерландов», литовского фотографа Альгимантаса Александравичуса, не так-то просто. Молоденьких девушек я люблю, но я не люблю их снимать, фотографировать, понимаете? Потому что вот надо красоту показать, а личности как и нету еще, понимаете? А портретист, он такой душелов. Многие годы Альгимантас снимает звезд. Его героями были Константин Райкин, Михаил Казаков, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева с Максимом и многие другие. И к каждой такой съемке он готовится по-особенному. Читает рецензии, знакомится с творчеством, словом, проводит огромную домашнюю работу. Может быть, поэтому и стал лучшим фотографом Европы. В 2003 году возле Норвегии из 17 стран, там из страны одного посылали, ну, одного выбирали, страна одного фотографа. Ну, так повезло, что я... И только было первое место. Не было второго, третьего. И получил за ваших людей. Именно за портреты Жванецкого, Казакова и Кости Райкина и пришло признание из Европы. По признанию мастера, звезды не страдают гордыней, с ними просто надо разговаривать, а иногда провоцировать на эмоции. Фотограф должен быть болтливым, но не болтуном, чтобы ну, чуть-чуть подобраться, ну и можно даже потом провоцировать. А вот этот фильм совсем у вас неудачный, как неудачный? Но такие вопросы надо напоследок делать, иначе может на этом вопросе все закончится. До недавнего времени Альгимантас снимал на пленку и лишь в последнее время перешел на цифру. На мастер-классе говорил о том, что главное не техника исполнения, а интуиция и сердце, которое подскажет. Помните, как в «Маленьком принце»? Зорко одно лишь сердце. Самое главное – глазами не увидишь.